Порядка 500 человек приняли участие в праздновании Дня многодетной семьи. В парке «Экстрим» состоялось праздничное мероприятие, посвященное десятилетию Ассоциации многодетных и приемных семей «Мы Север». В этом году президент объявил год семьи. Ну, мы тоже, наверное, именно поэтому хотим об этом сказать, заявить о том, что нам 10 лет, о том, что есть у нас организация, о том, что многодетные семьи – это опора России, я всегда об этом говорила, это самые лучшие, надежные семьи, да? И поддержка, наверное, ощущается, наверное, и в самих семьях. У нас в организации состоит больше 1500 семей. Сколько в количестве детей, даже уже запуталась, потому что каждый год они растут. Сейчас вот вижу семьи, улыбаюсь, потому что вижу, кто-то в положении, у кого-то плюс один, да, не виделись давно. Очень рада, что они не забывают. Есть семьи, которые написали мне и говорят, что мы уже не многодетные, можно мы придем. И я склонна к тому, что, как сказал наш президент, что статус многодетных – это по жизни, это навсегда. Я всегда об этом говорила, что многодетная мама, она навсегда, и если даже нету статуса. А сейчас нас в этом году порадовали, сделали статус бессрочный. Во время Дня многодетной семьи участники смогли задать волнующие вопросы работникам социальной службы. Интересовались выплатами за школьную форму, компенсацией коммунальных услуг и продлением удостоверения многодетной семьи. Общались, делились своими достижениями и просто отдыхали семьями. Сегодня день рождения многодетных семей. Мы очень рады, что мы здесь. Это вообще потрясающе, кстати. Это каждый год Алла Анатольевна устраивает хорошие, добрые дела, мы так скажем. Мы давно многодетные родители, у нас 5 детей. Вот. Ну, сегодня пришло только вот 3 со мной детей, но, знаете, я вам хочу сказать, эти праздники, они объединяют не только многодетные семьи, но также в этом обществе находятся и мамы с детьми-инвалидами. Вот, это тоже очень важно, и это важная очень поддержка. Потому что некоторые думают, что это все, как бы, знаете, воздух, да, какой-то. Но на самом деле нет. Помощь идет людям, и это очень важно. Также в рамках празднования выступили танцевальные коллективы. Были проведены увлекательные мастер-классы, консультации нумеролога и нейропсихолога. А здесь это здорово, ты можешь расслабиться, ты можешь гордиться то, что у тебя дети. Это очень важно, потому что общество не всегда готово принять многодетных, а здесь мы можем как бы позволить себе все. И то, что мы видим, что как растут мамочки. Не просто многодетные мамы, которые, да, вот там, как у нас принято считать, что сижу дома с детьми. Здесь мамы просто вот все гиганты. Они, помимо того, что они классно воспитывают своих детей, они развиваются, некоторые даже в неожиданных каких-то моментах развиваются, потому что они вдруг понимают, что им надо быть другими и посвящать детям себя и развиваться. Мамы здесь у нас супер классные. Праздник прошел на одном дыхании, в чудесной атмосфере дружбы и добра. Yeah.